Собственники этого участка вблизи поселка Горелого уверены, что винтовой фундамент для их нового дома – современное, экологичное и экономичное решение. Для переезда на постоянное проживание из Петербурга за город необходим надежный дом и максимально короткие сроки. По проекту дом большой, одноэтажный, с навесом для автомобиля, террасой и крыльцом. Рыть котлован под традиционный бетонный фундамент было бы трудно, достаточно долго и, главное, дорого. Фундамент на винтовых сваях компании «Свои ГОСТ» выбран не случайно. По словам будущих домовладельцев, о компании узнали от друзей, которые уже построили свой дом на винтовых сваях. Грунт на участке сложный – песок, глина, камень. Поэтому решили использовать механический монтаж. Такой способ используют, как правило, на сложных по грунту участках, где по проекту необходимо поставить большое количество винтовых свай. Компания «Свои ГОСТ» за один день завершила монтаж свайного поля в поселке Горелого Ленинградской области. Выполнив качественно и с опережением графика этот ответственный заказ, специалисты монтажного участка компании «Свои ГОСТ» еще раз подтвердили свой профессионализм и высокий уровень оказания услуг.